Полосы нет. Друзья, всем привет, всем привет. Вы на канале Пиратская жизнь, во входит тут. Что с холодильником тут экспериментирует. Ой, смотрите, у нас все, короче, дом весь рушит нафиг. Разносит весь дом. А сваи, кстати, вон, я смотрю, они все ржавые. Вот так вот. Только не беси, только не беси меня, только не молчи, не молчи больше так. Ну чё, потихоньку, полегоньку отходим от глазков. Глаза уже, в принципе, более-менее нормально. Мне не нравится то, что вблизи вот этот глаз плохо видишь. Вдаль-то он прям вообще, прям как через бинокль. Вот, это, кстати, тоже краснота сходит, видите, уже лучше. Кстати, для вот этих Фомы неверующих, вот у меня вот здесь вот был глаз подбит, да, а вот здесь вот, вот этот вот глаз, была операция. А то вчера это, одним глазом читала комментарий, капец вообще. Ну, капец. Прям вообще, меня прям обвинили во всех смертных грехах. Я, оказывается, уже операцию сделала, все. Дураков полно, капец. Сейчас, знаете, это... сейчас он проснулась. Вот, он закапал глаза, там, туда-сюда. И этот... Прошлась по комментариям. Немножко так. Буквально 5 минут. Я сейчас много за компьютером не работаю. Просто все, у кого много лайков на комментариях, попали в блог. Ну, я, разумеется, прочитала комментарий, если он оскорбительный. Человек попал в блог. Вот так вот, так что... Вам прочитается. Что ты со своей сосиской пишешь? Вон, ну хватит фигню страдать. Во, во, вот ты вот. Во! Ты специально? Да. А что ты фигню страдаешь? Ты прямо есть уже хочешь, не можешь. Нельзя так как-нибудь по-другому. По-другому нельзя. Ну, в принципе. Во! Взять эту дозочку, еще что-то, нет? Да. Слушай, брат, вали отсюда. О, лучше положи это. Возьми тарелочку, порежь это мясо, давай. Колбаску на положи тоже. Нам поедать, вот. Оладушку тоже. Я супчик погребу. Что-то, блин, вот тоже, вы знаете, вот Вован тоже, я вчера еще читал. Через одного, у всех прям операцию все делали, прям через одного, все знают симптомы, все знают как, чего, куда, ну прям такой смех берет. Я знаю, я видела, я это, я видела, я смотрела, я проверяла. О, господи, господи, прям вообще. Да. Люди... Странные люди. Странные люди. Странные. Ну, я говорю, я сегодня... Чё? Там уколы делают, да. Там уколы делают, там операция, там весь глаз кровавый. Есть небольшой ореол, вот, видите? Ореол. И то он вокруг идет. Никак не близко к радужке. Господи. Сейчас вот люди, которые хотели сделать операцию, насмотрятся, подумают, что действительно... Вот такие последствия. Ну, дебилов, я бы сказала. Когда пишут хрень всякую. Ну ничего, я их просто в блог заправила и все. Никогда ее не делали. Да и не делали, когда даже денег на нее нету. Не то что. Но были нормальные люди, адекватные, которые, во-первых, вспомнили, на какой глаз у меня должна была быть операция. Которые адекватно писали. Да. Которые действительно делают, которые действительно знают последствия, да? То есть пытались как-то там что-то написать. Вот, блин, спасибо адекватным людям, которые все-таки существуют, я прям рада. Ну, конечно, извините меня, вот по-другому не назовешь. Дебилов просто до хрена. Я просто не могу назвать по-другому, потому что такие вещи писали, просто вот лишь бы ляпнули. Я вот сегодня одним глазом вот так вот смотрела, вот так вот, смотрю так, много лайков, так, читаем комментарии. Оскорбительные, там, туда-сюда, подъябывательные и прочее. Блок. Все. Что я тут стоять буду, это, разбираться, что ли? У вас плохое настроение, у меня плохое настроение. Вот так вот.
Все получили по заслугам. Меня там так-сяк, перекосяк, оскорбляют. А я тут должна сидеть раньше. Одной вчера ответила, назвала ее «ты». То есть она ко мне обращается, Нинка, а я говорю «ты». То есть она уже перешла со мной на «ты», а я типа ей «ты» ответила. И так вот там начали, ты оскорбила, ты нахамила. Люди. Приходите сами на это. Да, для начала. На «ты» и на «очи». Уж прямо не тронь, уж прямо слово ты не скажи. Оскорбила, оскорбила, когда вас назвали «вы». Да. Уж прям слово ты мне скажи, всякий фон барона. То есть им можно меня оскорблять, а мне просто к ним даже на «ты» нельзя обращаться. Вообще. Тыкают только. Я балдею. Ну, я сегодня просто поглощила. А мне надо человек 30 минут. Ну все. Там все равно комментариев дофига. И Ютубу пофигу на количество комментариев. Хоть пишите, хоть не пишите. Все равно смотреть будете. Все равно. Что вам интересно, как люди живут? Ой, нет, адекватных, кстати, на самом деле очень много. Вот если так вот просто разобраться, знаете, тоже очень много людей, которые действительно написали хорошие слова, вот, пожелали удачи, действительно искренне попереживали. Блин, ребят, просто вот от души хочу просто поблагодарить. Спасибо, что вы есть. Знаете, вот иногда вот так вот читаешь, вот такие вот гадские комментарии, да, думаешь, господи, как таких людей просто земля носит. Но потом вспоминаешь и видишь, что есть хорошие люди, и понимаешь, что... Да. На каждого гада, по-другому не назовешь, найдется еще 100 хороших людей. Потому что хороших людей на самом деле больше. Просто многие хорошие люди побаиваются писать. Потому что вот эти гады, они объединяются в шайки и бегают всем с рук. Куда ушел? Ну ты хоть бы доску помыл, ну что ты вот сделал человек-то? Кстати, вот хочу сказать Дзену огромное спасибо, эфир света. Вот прям вот такой адекватный человек, я прям вот от души душевно. Люблю я адекватных людей. Не, на самом деле говорю, адекватных людей намного больше. Просто вот эти вот люди, которые вот лишь бы погадить, лишь бы что-то гадость какую-то написать. Все знайки, все делали, все знают. У всех все там вот это, у всех тайные заговоры и прочее. Они просто, вы знаете, они кучками бегают. Потому что по одному их вот так вот распять, по фактам разбить, и как это, на раз-два, понимаете? Но когда их куча накидывается, да-да-да, я знаю, и я знаю, и я знаю, я с вами согласна, и, понимаете? И тогда получается вот это эффект стада, толпы, они только стадом и ходят, по-другому их не зовешь, вот. И, соответственно, они вот так вот объединяются. Потому что по единице, они ноль без палочки. И вот они бегают вот так вот, тявкают, как эти, шавки. Шавки по-другому не назову. И все. Я таких просто буду блокировать. Я уже постоянно блокирую. У меня раньше и по 1000, и по 1500 комментариев было. Пока я не прикрыла эту шайку-лейку. А просмотров-то меньше не становится. Вообще. Это для тех, кто говорит, что у меня канал тут затухает, там туда-сюда. Все. Шайб все пропало. Нифига. И оладьи-то моим не нравятся. И то, что мы их с колбасой-то едим, им не нравится. Все им не нравится. И для чего они здесь трутся? Вообще. Каналов создают 1500. Я не хочу сладкого. И варенье-то я бы срала. Я сказала, что оно просто жидкое. Я просто думала, что он будет погуще, чем. Все бы срала, все плохая.
Где они все эксперты? Запомните, что, блин, денег вам не видать. Чё? Денег каких? С Ютуба. Он не платит. А, нам что-то пишут тогда? Не, этим, обзорщикам. А, обзорщикам. Ой, да они когда там... придет время денег, ваши каналы все сдохнут. Да нет, эти обзорщики сколько там, 100-200 долларов получают? Не 100, они и старта нет. Нет, я просто про то, что они делают это не из-за каких-то идейных соображений, просто бабки заработают. Ну, я тоже за бабки зарабатываю. Да, я хайплю на своих темах. Если у меня что-то такое интересное происходит, почему мне об этом не рассказать? Почему мне не поделиться? Да, вот так вот я научилась хайпить на всех мелочах, которые могут происходить в жизни. Завидуйте молча. Вот, учитесь, так сказать. Я всегда думала, что у меня жизнь скучная. Ну, нет, по факту, оказывается, не такая уж и скучная. Обычная бытовая жизнь. Так что такие дела. Опять же, сейчас же вот эти вот шавки-то начнут бегать и говорить, что вот, она нас назвала земляным червяком и прочее-прочее. Я назвала конкретных людей земляным червяком. Не надо нормальных людей поджуживать и говорить им, что да как. Нормально адекватные люди, у них всегда есть свое мнение, отличное от мнения толпы. Вот. Они могут, грубо говоря, если им что-то не нравится, нормально адекватным людям, они берут и уходят. Они не будут сидеть тут до последнего и что-то кому-то что-то доказывать. Вот. Одни адекватные люди. А те, которые подвержены мнению толпы, значит, подсознательно, они такие есть. А нам с ними не по пути. Даже если вы когда-то меня раньше поддерживали. Я не просила помощи. Как вот мне нравится, знаете, вот я нравится фраза некоторых блогеров. Скажем так, вернемся, да, вот Судакову мне нравится фраза. Не надо мной очаровываться, чтобы потом не разочаровываться. Я, как говорится, никого не звала. Я делюсь событиями своей жизни. Что у меня происходит в жизни, как я прохожу те или иные ситуации. У нас канал про жизнь. Вот эти вот эксперты, они уже вот тут вот сидят. Их блокируешь, их в дверь, они в окно и так далее. Это, знаете, раньше бабки у подъезда сидели, всех, проститутка, насосала и прочее, алкаш. Вот это вот, сидели бабки у подъезда. Сейчас вот такого не практикуют, бабки все перелезли в интернет. И всем тоже вот клейма ставят, это, как говорится, печати и так далее. То этот у них плохой, то тот у них плохой. По факту, если разобраться, у них у самих жизнь такая, что без слез не взглянешь. О, у нас тут еще хлебушка есть вкусная. Так, ладно, потом хочу. И опять же, я обращаюсь к адекватным людям. Пожалуйста, не подвергайтесь вот этим, вот сейчас начнется там. Она нас назвала дебилами! Да! Те, кто пишет такие гадости, те, кто пишет такие вещи, я называла их дебилами. Адекватных людей я называю адекватными людьми. Я им всегда передаю приветы, поцелуйчики и прочее. Я всегда рада им ответить, вот, подсказать что-то. Я еще ни одному человеку не ответила, например, на том же самом Инстаграме, на Дзене всегда читаю все комментарии. Всем отвечаю по возможности. Если какой-то вопрос задают. Вот. Дебилов, которые тоже на Дзен лежат, я тоже удаляю. Там пишут, ой, на Дзене тут все как зомбированы. На Дзене просто вот этих вот гадов я не допускаю. А на Ютубе я просто уже не могу справиться с этим потоком, поэтому я уже, грубо говоря, опустил на самотек. Хотя тоже стараюсь немножко фильтровать базар некоторых личностей. Как гопники прям приходят, тут как разборки там. Такие местные, блин, бомбилы. Вы ко мне приходите в гости. Если вы не будете себя вести нормально, то извините,
Малое, что я могу, это заблокировать. А так я нахер пошлю. И поверьте, за словом в карман не полезу. Не буду тут. Ой, он же меня смотреть не будет. Ой. Ой. Господи. Знаете, уйдут одни, придут другие. А те, кому не нравится, лучше сразу сваливайте сами. В противном случае я поблокирую. Просто, вы знаете, вот просто разбесили вот эти люди. Столько гадости пишут, столько всякого хрени, столько всяких оскорблений, проклятий. О, правильно, нам сейчас одна женщина написала. Говорит, люди, не забывайте, что земля круглая, бумеранг никто не отменял. И все. Адекватным людям, еще раз хочу сказать, спасибо вам большое, что вы существуете. Я очень, на самом деле, рада, что у меня есть такие зрители. И вот даже, знаете, вот на улице к нам подходят просто адекватные люди, говорят спасибо, радуются, что они нас встретили. Это просто прям супер. Все. Не хотела негативить, но уж извините. Просто вот как-то так получается. Я буду восстанавливаться, возможно, даже сделаю операцию на второй глаз, вот этот вот, когда он восстановится. И буду радоваться жизни. Назло этим людям. Не назло, а вопреки. Люблю всех, целую. Увидимся в банке. Пока-пока.